Описание представленных томограмм. Пациентки 1993 года рождения от 6 мая 2019 года. Область исследования МСКТ грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, а на верхушках обоих легких выявлены немногочисленные гематогенные очаги размером до 8 на 7 мм, на фоне которых визуализируются также единичные полости диаметром до 4-5 мм с несколько утолщенной стенкой и снижением пневматизации легочной ткани по типу матового стекла. Обращают на себя внимание плевроапикальные наслоения. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани в других отделах сохранена. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, но образование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы, единичные паратрахеальные лимфоузлы размером до 10 на 6 мм, в аортопульмональном окне размером до 6 на 5 мм, бифуркационные до 11 на 9 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены размером до 11 на 9 мм. В желчном пузыре рентгеноконтрастные комприменты диаметром до 11-12 мм. Поджелудочная железа несколько увеличена в размерах, плотность ее диффузно неоднородна. Заключение. КТ-картина очагового поражения верхушек обоих легких на фоне минимальной лимфоденопатии средостения. ЖКБ – диффузные изменения ткани поджелудочной железы по типу хронического панкреатита. Рекомендована консультация фтизиатра, КТ-контроль через 3 месяца, консультация хирурга. Комментарии врача. У вас на верхушках легких есть очаги, то есть участки уплотнения легочной ткани. Они не специфичны, могут быть при разных болезнях. Их немного и они небольшие. Но они есть, и вам нужно в первую очередь исключить туберкулез. Нужно проконсультироваться к фтизиатру, сдать анализ. Обязательно сделать контрольный КТ, лучше на том же аппарате, через 3 месяца, раньше смысла нет. Кроме того, у вас есть камни в желчном пузыре и признаки хронического панкреатита. С этим имеет смысл обратиться к хирургу.